Дорогие подписчики, подписывайтесь на канал. Всем здорово, чуваки. Сегодня мы будем тестить такое приложение, как Voice Plus. Так, это у нас такой изменитель голоса. Ну так вот, давайте его затестим. Какую же реплику сказать? Ну, всем здорово. Вот. Всем здорово. Ну, в принципе, неплохо. Так, робот. Всем здорово. Аплодисменты. Всем здорово. Спасибо. Гелий. Ой, ё-моё, какой медленный гелий. Всем здорово! Это похоже на какой-то голос белки. Хотя я никогда не слышал голос белки. Ну ладно. Тёмный экстремальный каньон. Нет, мы это уже тестим. Давайте быстро делаем. Тёмный экстремальный каньон. В конце смех какой-то. Всё ж, Дакс. Тёмный экстремальный каньон. Ну, особо изменений я не заметил. Каньон. Тёмный экстремальный каньон. Каньон, каньон, каньон. Тёмный экстремальный каньон. Ну, это почти одно и то же, что и каньон. Экстремальный. Тёмный экстремальный каньон. Воу. Вот это уже как-то покрипольненько звучит. Крипольненько. Так, Дарт Вейдер. Тёмный экстремальный каньон. Нормальненько. Очень даже похоже на Дарта Вейдера. Ну, но я не мечтаю. Ё-моё. Что ж, у нас есть... Самый медленный, медленнее, быстрее и быстрейший. Давайте начнем с темный экстремальный каньон. Темный экстремальный каньон. Темный экстремальный каньон. Да. Давайте другое что-то назовем. Дорогие подписчики, подписывайтесь на канал. Дорогие. Ой. Подписчики, подписывайтесь на канал. Что ж, подписывайтесь на канал и ставьте лайк обязательно. Что ж, подписывайтесь на канал и ставьте лайк обязательно. Преследование. Это у нас тоже какой-нибудь репост. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк обязательно. Это как-то не очень не звучит. Выше. Типа это женский голос. Что ж, подписывайтесь на канал и ставьте лайк обязательно. Ё-моё. Ниже. Это уже какой-то мужской голос. Прям вот. Вообще. Что ж, подписывайтесь на канал и ставьте лайк обязательно. Ну, это как-то похоже на преследование. Вот, смотрите. Но только преследование это как-то помедленнее, да?
Окей, прикольно, прикольно. Хо! Что ж, подписывайтесь на канал и ставьте лайк обязательно. Ладно. Итак, обновить импорт и сохранить. Итак, обновить импорт и сохранить. Ну, фразочки, конечно, не очень, но окей. Один из многих. Итак, обновить. Вау, ну у нас криповенькая картиночка, ну и страшненько. Окей, ураган. Ну, окей, окей, не очень. Искаженный. Тут еще вот такие вот прям... Итак, обновить импорт и сохранить. Ё-моё, это очень смешной фильтр. Когда-то я даже им пользовался. Вроде бы. Так, вентилятор. Итак, обновить импорт и сохранить. Ну, нормально. Итак, вихрение. Обновить импорт и сохранить. А это точно завихрение? Там же должно быть как вентилятор. Ну ладно. Это у нас должно быть какой-то. Итак, обновить импорт и сохранить. Ладно. Ну, я же говорил. Что ж, какое бы еще слово сказать? Меня зовут Артём. Что слово сказать? Да, меня зовут Артём, если вы не знали. Так, улица. Ой, ё-моё, как медленно. Ой, да короче, не важно. Разлёт. Что слово сказать? Меня зовут Артём. Вау. Это как? Как кромка, блин. Ну даже смешно. Старый телефон. Меня зовут Артём. Ну, все-таки старый телефон. Ну, больше нет никаких претензий к этому. В принципе, прикольно. Под водой. Слово сказать. Меня зовут Артём. Ну, чем-то похоже на искажённый голос. Ну, только звуки воды еще есть. Окей, граммофон. Меня зовут Артём. Ну, почти одно и то же со старым телефоном. А, окей, металлический. Это, наверное, должно быть у нас какой-то робот, наверное. Что-то типа того. Что слово сказать? Меня зовут Артём. Я думаю, что это даже прикольный фильтр. Могу использовать в видео. А, кстати, мы не использовали комар робот 2. Давайте тоже затестим. Меня зовут Артём. Воу. Ну-ка. Ну.
какой противный звук. Что ж, страшное место это толпа в джунгли. Вот, давайте страшное место это толпа. Вот это хоррор. Вот это хоррор, настоящий. Дождь и гроза. Это у нас, наверное, ну, просто подожди. Ну, понятно уже, что будет. Джунгли. Страшное место. Ну, громковатые тут эти фильтры. Может, я просто громкость... Ой, голос. Страшное место это толпа в джунгли. Ну... Ну, в общем-то, голос гуманоид. Страшное место это... А это, видимо, этот гуманоид самый с какой-то... Ну, короче, с тарелкой летающей. Короче, ну, это страшное место. Ну, просто я говорю под шум вертолета. Это страшное место, это толпа в джунгли. Диджей с колокольчиками под звук крикета. Диджей с колокольчиками под звук крикета. Диджей с колокольчиками. Что ж, на этом мой ролик будет подходить к концу. Поставь свой лайк и подпишись на мой канал обязательно. Пока. Поставь свой лайк и подпишись на мой канал обязательно. Пока.